Народные гуляния и скачки, посвященные празднику Курман-Байрам, прошли в ауле Псаучидахи. Последние несколько лет такой формат празднования стал традиционным благодаря инициативе членов общества всадников Шухасы и отзывчивости самих жителей аула. Присоединилась к гуляниям и Фатима Даурова. Субботнее утро жители аула Псаучидахи и близлежащих поселений встретили в приподнятом настроении. А все дело в том, что на их территории проходят народные гуляния, посвященные празднику Курбан-Байрам. Для каждой категории присутствующих предусмотрены разные конкурсы, игры и состязания. Ну а главное зрелище, которое все ожидают, это, конечно же, скачки. Один из самых любимых праздников мусульман – Курбан-Байрам, в котором также плавно соединяются обычаи и традиции жителей Кавказа. Этот праздник перенес в себе через года и столетия архаичные обряды, дух сплоченности и единства, оставляя яркий след в истории многих народов. Такого он и сегодня. Согласно обычаю, место проведения состязаний и народных гуляний выбрали старейшины села – аксакалы Псаучидахи. Для будущих поколений. Чтобы они знали, откуда тысячелетиями мы идем и куда должны прийти вместе со всем человечеством. У нас длинная, глубокая, богатая история. И этого терять не надо ни нам самим, ни вообще человечеству. Люди приходят пешком, приезжают на машинах и, конечно же, на лошадях. Заблаговременно подготовили скаковую дорожку, очистили от камней, подготовили для проведения скачек. Специальная техника орошает круг перед началом забегов. Наездники настраивают себя и своих скакунов на победу. И вот объявлен старт конных скачек, которые все ждали с таким нетерпением. В программу входило 9 заездов на лошадях кабардинской, чистокровной английской пород и находцев. В первых заездах на дистанцию 1200 и 1600 метров на лошадях кабардинской породы победу одержали Зуберджи Бабов на скакуне Амур и Султан Кулов на своем жеребце Черкес. Они заворожили зрителя бескомпромиссной борьбой и грациозностью лошадей. За победные места наездники были удостоены разными призами, самыми главными из которых стали молодая поросль кабардинских жеребцов и барашки. Эмоции, что сказать, конечно, хорошие. Долгое время тренировали, и труд оправдался. Как ваш скакун себя проявил? Скакун проявил себя, машалла. Гвоздем заезда и находцев на дистанцию 3600 метров стала яркая и непредсказуемая победа. И первой становится единственная девочка под номером 3. Оставив всех мужчин позади. Елизавета Чеботарева и ее друг, французский рысак со звучным именем Эдельвейс Син, оставили далеко позади соперников в своем забеге. Тандем человека и его питомца завязан на глубокой привязанности, чувство абсолютного доверия и любви. Доверие, азарт. Он доверяет, я доверяю, как одно целое. Едем, вступаем, вот выиграли. Вы рады вашей? Да, конечно. Там со слезами на глазах уже медитировали. Дистанции сменялись одна за другой. Жокеи проявляли мастерство наездничества, а их скакуны – скорость и быстроту ног. И на всю эту красоту сверху наблюдал парящий в небе орел, как бы оценивая происходящее. Идеальная картина гармонии и единения с природой. В перерывах между забегами проходили спортивные состязания среди зрителей, перетягивание каната, стрельба из лука, а для совсем маленькой возрастной категории были предусмотрены игровые площадки, где детвора вдоволь порезвилась. На кострах подходили к готовности разные блюда – традиционный наваристый бульон с мясом, рассыпчатый узбекский плов и пирожки с сыром ждали всех, кто проголодается. Впрочем, голодным никто не остался. Праздник удался на славу. Фатима Дорова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия.